Evgenia Kanaeva, Gazprom, Russia. Как выполнила Женя, близкий вашему сердцу поэте. Женя Канаева выходит на первое место. Она большая молодец, правда говорю. Девочка очень послушная, вы знаете, смотрит в рот. Как у нас говорят, смотрит в рот. Probably assure herself with a place in history. Что мне было весело, в принципе. Я любила тренироваться, хоть бывало и тяжело, но было очень интересно преодолевать себя саму. И я тут недавно прочитала дневник, оказывается, что у меня мечта была. Я, в принципе, почему-то этого не помню, но у меня в дневнике было написано, это было мне лет 8-7, ну, написала, что я хочу олимпийской чемпионкой стать. Потом я, конечно, уже где-то, когда мы 12-13, я понимала, что это очень сложно. В сборную-то попасть это сложно. Но я уже не говорю там попасть
на чемпионат Европы и чемпионат мира. А Олимпиада там вообще не снилась. Вот, ну, конечно, стремилась, очень хотела. И, наверное, мне кажется, не надо задумываться, что я должна попасть, я должна это. Просто надо свое дело выполнять честно, с любовью и как бы получать от этого удовольствие.